Всем привет, друзья! С вами Федя, и добро пожаловать на мой 162-й выпуск по названию «Мышные слова». Сегодня мы с вами поговорим о сегодняшнем мне. Сегодня я встал, посидел немного с айпэдом, потом пошел мыться. Помылся, папа с Викой смотрели передачу ко Дню Победы, а я пошел завтракать. Я с ними не стал смотреть, хотя, наверное, 3 года назад я с ними смотрел. Они меня заставили просто. Папа с мамой заставили меня просто это смотреть. А сегодня нет. Вот. Потом я пообедал и пошел отдыхать. Поотдыхал немного. Вот. Посмотрел свои ностальгические видео. И, короче, вот так вот, да. Потом, через какое-то время, мы пошли обедать. И дальше отдыхать. Вот, и папа предложил мне пойти погулять. Вот, я пошел погулял. Вот. Погулял. Никого вообще не встретил, кроме Дани и Шлякова, но я с ними общаться не стал, потому что хотел Вегеру до сих пор. Я ей позвонил, у меня ее номер был. А там раздалось. Кто это? И алло, я спрашиваю, кто это? А потом доносится. А вы кто? В первую очередь. Я положил трубку. Ты пошел на другую площадку. Там детишки играли, а я занимался своими делами. Качался на качелях. Еще там встретил Леню, брата Даши, из детского сада. Мы с ними давно знакомы. Короче, после всего этого я пошел домой. Пришел. Папа поехал на съемку. У него там съемка есть. Да. Съемка — это очень серьезные дела. Вот. А мы с Викой, знаете, что собрались делать? Совершенно верно. Пошли смотреть салют. Вот. Вика мне сказала поужинать очень быстро. Вот. Потому что у нас было времени мало. Вот. Я поужинал. Меня Вика одела, я пошел на площадку. Немного там покачался. Пришла Вика, и мы поехали в парк Воробьиные горы. Да.
по дороге нам таксист рассказывал, что у него его сын как ёж-колючка, его никуда не сведёшь. Вот. Еще говорил, что есть там фестивали фейерверков всякие. Вот. Ну и, короче, нам таксист-болтун попался. В этом, безусловно, ничего плохого нет. Вот, потом приехали. Дошли до того места, где будут проводиться фейерверки. Вот, и там были очень такие обрывы. Дальше мы с таксистом не поехали, потому что если мы там остались, то мы бы там день стояли. Фейерверк бы пропустили. Поэтому мы вышли из такси и пошли сами. По дороге мне было холодно. Холодно, так, да, очень холодно было. Но, к моему счастью, у Вики был плед. Плед это одеяло такое специальное. Вот. Дошли мы до того места, где будут проводиться фейерверки. И там были очень такие вот обрывы. Вика предложила остаться, где она хочет. Рядом, почти рядом с выходом. Но я говорю ей, нет, пойдем дальше. И правильно, удобное место выбрать. Вот. Выбрали удобное место себе и начали смотреть фейерверк. Кадры у меня есть, поэтому я вам сейчас их всех покажу. Поехали. Вспышка у тебя выключена? Да, она у меня не включается, я не могу ее включить. И там тоже начался, смотри, вон там. Ба-ба. Thank you.
Да, фейерверки, конечно, были. Хорошие такие фейерверки. Хорошие. Вика считала, что это просто грандиозно. Я тоже так считаю. Вот потом мы пошли папу ждать. Он, не знаю, как далеко от нас был, но он был, да. Но он доехал, в конце концов, до нас. Вот. И мы поехали домой. Приехали и сразу спать ложиться стали, чтобы мыться не стали. Потому что мы так с Викой устали, такие спящие мы с Викой были. Вот. Да. Конечно. Мы ж там сколько-то сидели-то на этих фейерверках. Не знаю. Но сидели долго. Эх, завтра опять переться в школу. Ой, как мне этого не хочется. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если хотите еще ночной совы. Всем пока.